Хей, йоу, гэс, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Devil May Cry 5, либо просто DMC5, и у нас 19-я миссия Вергилий, поехали. Данте открыл Неро жестокую правду, Вергилий его отец. Оставив посредничество Неро, Данте решил в одиночку бросить вызов Вергилию на вершине Клипота. Но на него пути стала, так, отверженная Ви-Троица, демоны, что служили ему до воссоединения с Эризином. Короче, в чем суть? Ну, если вы, конечно, не видели прошлой серии, в прошлой серии мы сразились с подчиненными Ви. Это Голем, Птичка и Пантера. Где мы уничтожили его посох? Ну, это трость. 15 июня, 16:04. Эй, Вергилий, твоя карьера открыла портал... Что? А, дай мне Ямато. Если хочешь получить его, придется применить силу. Но тебе это вот так... Почему я так и думал? Сколько раз мы уже сходились в бою? Трудно сказать. По мне, как мы с детства только и делали, что сражались. Покончим с этим, Вергилий. Раз и навсегда. Ништяк. Походу, это будет быстро. Я не потерплю поражение, брат. Но это пока он не использует меч, да, как я понял? Какой безрассудство, ты только что... И мы что? О, вот это вот, вот это вот... Чего я ожидал? Вот это вот динамичность, вы видите эту скорость? Именно, давай. Ой. А, нечестно, нечестно. А можно, пожалуйста... Зарядить мне меч. Мне меч нужно зарядить. Можно зарядить, пожалуйста, меч? Ой-ой-ой. Ты что думал? Только у тебя силы? А у тебя они закончились! А у кого они закончились? А у кого они прибавились? А ты оторвал руку собственному сыну? Мой сын для меня ничто. Все, Вергилий. Вергилий, ты о чем? Че это за гейство только что было? То есть я его победил, но извини, мы сделаем вид, что ты проиграл. Нира, мой сын? Да, тупая ты башка. Что, память уже подводит? Ну и ну. Много же с тех пор в аду утекло. Видать, ты тоже когда-то был таким. Ну как бы мне не хотелось узнать все подробности, пора бы нам
закончить начатое. Знаете, они как сейчас самураи так типа скрестят мечи, и в конце кто-то умрет, да? Нет? Да ладно, бля. Это Неро? Да ладно, ё-моё, вот это еще поворотик. Ни хрена себе. Миссия 20. Истинная сила. Брас отправила ненависть из комнаты такого уважения, сопротивляющих которым нет конца. Вергилий и Данте, у каждого из которых свои причины вести этот бой. Братья друг против друга, все свои обиды и непривязи решили битвы. Оказывается, у нас теперь сразу 20-е. Давайте тогда сразу две миссии запишу. Истинная сила. Алло? Неро? Это ты, Неро? Что-то случилось? В детстве я был совсем один. Знал только тебя и Кредо. А теперь я вдруг узнал, что у меня есть семья. И что мне с этим делать? Ты всегда мог отличить правительный путь от сложного. А не зачем сомневаться в себе. Это типа его девушка, с которой она флит? Спасибо. Это мне и нужно было услышать. У меня осталось еще одно дело. А потом я вернусь домой. Я не могу защитить Кредо. Я и по сей день ненавижу себя за то, что не хватило сил. Но в этот раз все будет по-другому. Клянусь! Я не дам вам умереть! Может, здесь будет просто типа касцена и все? Тогда не буду делиться. Да и не буду ее вообще тогда делить. Скорее всего, будет тогда 20 серий. Но мне кажется, он что-то какой-то зловат. Весьма интересно. Неро? Что это за сила? Какого черта? Все кончено. С этой минуты. Послушай меня. Я ведь сказал, это не твой. Не путайтесь под ногами и слушайте и слушай сам. Я не позволю вам убить друг друга. Есть и другие способы уладить свои разногласия. Я положу конец на вашему брату соперничеству. Так вот, зачем ты пришел весь этот путь. Вергилий. Ви. Или как ты там себя называешь? Данте сегодня не умрет.
И ты тоже. Тебе все ясно? Ага, как же я не умрет? Чуть на тот свет меня не отправил своей силой. Если я одолею Нера, то будешь считать, что я одолел и тебя. Согласен, Данте? Вообще пофиг. Делай, что хочешь. Я тут пока это полежу. В конце концов, ты покоришься моей воле, отец. Ни хрена себе. Мне кажется, я рано, да, я прожал? Ты! Так, нажмите Q, находитесь рядом с ошеломленным врагом, нажмите так рядом с ошеломленным врагом. Ты готов это? Ни хрена. Твое существование или твоя сила? И твой, и другой, ублюдок. Стой, я хочу зарядить это. Можно? Давай, давай, давай! Нера! Шо, я зря? Тихо, тихо, нет, нет. Неро, не смей. Давай, Неро, Неро, вставай. А почему у него... А, так у меня, смотрите, энергия быстро наполняется. А, то есть... Ты решил полетать, ну ладно. Давай, 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 Неро. Я что, зря твои пушки прокачивал? Давай, давай. Все, ништяк. Любопытно. Ох, братец. Ты оторвал своему сыну руку, чтобы сильнее набраться, и все равно продул. Довольно, чтоб вас. Подземный мир скоро все поглотит, и нам нужно хоть что-то предпринять, пока еще есть время. Он прав. Нужно закрыть портал. Раз ты проиграл, делай, что тебе говорят. Я еще могу сражаться.
Ну, если эти корни распространятся по всему городу, то это нам сильно помешает. В жизни ничего умнее от тебя не слышал. Надо быть поспешить. Мы с тобой еще не закончили, разумеется. Стойте! Вы куда? Нужно отсечь корни Крипота в самом подземном мире. Затем мы закроем портал. Погодите. Если вы это сделаете, вы не сможете вернуться. А зачем я иду, по-твоему? Кто-то должен присмотреть за твоим папашей. Неужели вы думаете, что я отправлюсь здесь? Как раз поэтому, чтобы остаться мы. Отправимся туда. А ты присмотришь за всем на этом стороне. Будь осторожен. Поспешим, Данте. Да. Уже иду. Эй, постойте! Береги себя, Неро. Бывай. В следующий раз я тебе не уступлю. А до тех пор храни у себя. Идиоты. Вау. Ну что сказать? Развязка вообще охерительная вышла. Я даже не ожидал такого. Я типа думал, что они сразятся, да, типа. Неро, да, все-таки вот вернулся, и он сразится с отцом, и его убьют. Но он получил тоже демоническую силу. Ну, давайте потом в конце поговорим. 15 июня, 18.26. Ёлки зеленые, никак не могу привыкнуть. К чему? Сам угадай. К руке твоей? Кто, блин, отражал себе руку? Жутко же это. Ты теперь типа ящерица или что? Слушай, отвяни, она сама выросла. Я вообще не серьезно. Да фига, демоны разве странные корни верива руки? Да фига всего. Ты хоть знаешь, с каким усердием я материала твой бич? Не. Но эта рука? Она ничего не такая. Ну, и каково это? Каково что? Спасти убийцу твоего отца. Говорят, Данте когда-то убил Вергилия. Неважно. Все равно они оба сгинули. Оплакивать близких Неро — это естественно. Я не плачу. Нет, это значит, что ты плакал. Просто означает, что ты сопляк. Во-во. Думаешь, я демон? Я не плакал, когда умер мой придурок отец. Но... Да, знаю, знаю. Ну, будь и его у меня на свете было. Блять, что-то не понял, ладно. Верно. Короче говоря, крутой. Можешь плакать, если хочешь. Дьявольский путь. Я не плачу. Я не хочу плакать. И когти плакаю. Может, заткнись уже. И когти... Посмотри на тебя. Ты давай, поплачь уже. Прекрати, еще раз скажешь. Devil May Cry, твой... Сам сказал. Привет, Кирия. Да, скоро буду дома. Да, кстати, не хотел тебе рассказывать, но у меня для тебя кое-что есть. Вон, да, она будет большой сюрприз. Заткнись уже, а! Не-не-не, Кирия, не ты. Ника, сможешь болеть без умолки. Мы просто... Какого хрена ты творишь? Ты где водить училась?
Эй, прости, потом перезвоню. Труба зовет. У меня уже есть рука, спасибо. Это прототип. И сейчас есть идеальная возможность его обработать. Слушай, сюда. Ты его наденешь и... Произведение, понял я. И только ты сможешь раскрыть его потенциал. Надо же, как мило. То, что надо. Почини тебя так сильно, думаю, вернемся. Значит, дьяволы плачут, да? Ну-ка послушаем! Ну, что сказать? А, давайте я типа выключу веб, пускает. Охренительно. Подходите, не стесняйтесь, мне не сложно. О, то есть мы еще можем играть, понимаете, во время титров. Подожди, я ваншочу их? Пипец. Какие-то они... ватные. Ой. Не, понимаешь, что это типа титры? Но хочу их пройти. Как бы то ни было странно, да? Бац, бац. Ну, типа, все враги, да, которые здесь были, появляются. Да. Аниматоры. Вот вот эти призраки, они самые такие... живучие. Ого! Молодец, братишка! Твоя рука моет в варенье, прямо расцветает. Вот всему и конец. Вот всему и конец. Нужно так было сказать, блядь, ладно. А, так и... Значит, надо просто срубить эту штуковину? Так и есть. Я запросто справлюсь один. Помощь тебе не повредит. И за тобой нужен глаз да глаз. Теперь я могу и за них поиграть? Так, чё-то я не врубился. Или это типа намек на продолжение? Ничтожные насекомые. Они словно... Пипец, мы даже здесь можем поиграть.
О, это тупая ящерка, это быстрая. Замечу, что эффекты, что мы типа делали, не ложатся. Ну да, теперь мы можем их всех разносить, как я не знаю кого. Да, щит их все равно не сломишь. Да, классненько. Нет, вот это рили прикольно типа сделано. Такие титры. Ну, типа мы справились. Могу туда отправиться? А, не могу. Жаль. Смотри-ка. Ничья. Мы когда-нибудь закончим, как думаешь? Так, мне хочется оценочку уже поставить игрухе. Я, в принципе, знаю, что я могу поставить ей за оценку, но... О, все. Давайте скипнем. Намек на продал... О, нихера себе. 24 июня, несколько недель спустя. Надо же, его все нет. До сих пор. Да. Слушай, можно мне забрать себе офис? Все будет, что... Так, скоро надо будет где-то нибудь жить. Нет, так не пойдет. Уже больше мне тут понравится. Оу, жаль рушить ваши фантазии, дамочки, но это номер не пройдет. О чем ты, Моррисон? Есть такая вещь, как право собственности, и это право у меня есть. У тебя? Хитрый дьявольский пришел ко мне перед своим последним сыном. Сказал, мол, дорогой мой друг, храни это у себя, а то эти чокнутые стервы. Я сказал, чокнутые стервы? Виноват, я увидел... Так, короче, я не видел, рассказал всю историю, судьи вы уловили. Интересно, ну, кто знает, что важно... Так это работа, которая у меня для вас есть. За проживание надо платить. Ну да. Так это еще не конец, пипец. Уже титры еще уже 20 минут назад. Подожди, нет, 10 минут назад были. Раунд в пользу Данте. Я веду. Проблема с арифметикой? Счет равный. Знаешь, я думаю, что это все... Да, это никогда не закончится. Что это все никогда не закончится. Может быть. Но времени у нас навалом.
Только попробуй сказать джекпот. Ну, это уже точно конец. И заметьте, что Данте попал в бок, да, поэтому у нас типа экран и сломался. Классно. Ну, я не понял. Открыт новый режим Сын Спарты. Добавлен ли акт свет? Добавлен летающая атака. Провокация для Нера. Демоническая правая рука Нера восстановлена. Ее вновь можно использовать. Так, длань дьявола и формула дьявола. Клинки Данте. На грани персонализации доступ следующие мечи Данте. Мятежник, дьявольские мечи Спарты и Данте. Внимание, в отчете о врагах Ника теперь можно найти фотографии смерти этих врагов. Так. Персонажи на титульных экранах теперь будут одеты в последние используемые костюмы. Ничего себе. Давайте посмотрим на это. Пролог Сын Спарты. Могу я зайти туда в главный режим? Посмотрим, что у нас добавили. Ну, в принципе, давайте сразу же буду говорить результат. Игра классная, то есть это продолжение серии Devil May Cry, продолжение сюжетной истории, переплетений и все такое. А были прикольные моменты, да, это именно сюжетные повороты. Где-то, допустим, было... О. Типа, ожидаемо то, что Неро вернется, но все же у нас получилось так, что он получил способность, плюс он... Это жопа была, просто охереть. То есть, музыка, да, прикольная. Можно сказать про лаги, но нет, лаги это с моей стороны, это уже мои, типа, проблемы. Я не вижу минусы игры. Типа, взять автоатаки, да, типа, автокомбо, все такое. Ну, это, считайте, тоже с моей стороны херня. Потому что я ее не выключил, я постоянно с ней играл. Я думал, типа, shift зажал, типа, дрался, да, все такое. Думал, это я, типа, управляю. Оказывается, не, нихера. Как вы видите, такое упущение. О, у нас иллюстрации добавились. Музыка прикольная, сюжета, графика, враги, боссы. Немного, да, что мало локаций по сравнению с предыдущими частями. Взять, допустим, ту же предпоследнюю часть. Это просто DMC. То там у нас как бы много локаций. То есть каждый босс относится к той или иной локации. Здесь же у нас мы больше время проводили в корневой этой хере. Библиотека, профили, враги. О, ретейк, ретейк. Давайте посмотрим. Нет, тут хорошо видите, есть описание к боссам. Все в таком духе. Вергилий. Сын легендарного темного рыцаря и брат Данте. Леди говорит, что он уже разок так уступил Данте и был отправлен в ад. Позже он использовал силу своего меча Ямато, чтобы разделить свои демонические и человеческие половины и дать волю демону. Ви был его... Так... Отринутой человеческой формой. Что ж, вот они и воссоединились, Вергилий снова полон сил. Так, Вергилий. Старш... Так. Блять, я не могу прочесть это слово. Страш... А, страшно подумать, что Вергилий был тем странным ублюдком, что лишил тебя руки. И заполучив Ямато, он использовал его силу, чтобы лишить себя своей человеческой половины. Но Данте оказался ему не по зубам, даже несмотря на всю его мощь. Половина, что он открытнул в поисках силы, оказалась самой важной для него вещью. Ага, его истинная мощь была в нем все это время. Уха-ха, видел бы ты свое лицо, какую же хрень я несу. Истинной формой Вергилия.
Он всегда полагал, что его человеческая натура мешает раскрыть весь его потенциал. Что ж, он научился пользоваться силой демона, это точно. Похоже, это расплата за то время, что он был урезанным. В его форме Ямато источник его силы хранится в его руке. Если подумать, возможно, это и есть истинная форма Ямато. Так, давайте я хочу его посмотреть. Пипец, он как на спидах. А ну-ка. Ага. Давайте посмотрим. Вот это что значит ретейк, зеленая. Ампуза, давайте. Ампуза. Скрыть меню. А ну-ка, Б. О, мы можем даже так рассматривать, нихера себе. Вернуть настройки. А что это значит? Ретейк. Немножко не понял. Pain in the ass. Sweet fair steak. Spin on Mercer. Love the shield. Любитель щитов. Ну да, это, короче, просто предписание к ним. А вот оружие стоять, Данте. Каналина N2. Копия Каналины N-леди, которую я сделал по памяти. Не дай двойники обмануть тебе. Это не улучшенная версия оригинала. Я сделал все возможное, чтобы увести различную к ним к минимуму. Но я не была бы с собой, не добавив я парочку модификаций на случай, если мы найдем оригинальную Калин N. Леди, она могла что-то не понравиться, но Данте вряд ли. Так, и вот, у нас еще два, получается, неизвестных предмета. Это как, типа... Хотя там, если верить, должен быть еще DLC. И, по идее, уже скоро должно выйти оно. Ну, конечно, не вместе с видео. Так, герои. А ну-ка, у Неро теперь есть новые облики, мне аж интересно. Неро. Однорукий Неро. Воссозданный. Мочил вас с демоном встречи с мерзостью, что вало валило так из подземного мира. Вот они, будни охотника на демонов. Ну, когда видишь, как чувак, в котором человека минимум 3/4, вдруг отрастил новую руку. Это как-то напрягает. Мне так казалось, что мой клёвый бич-дьявол отправит на помойку, но Неро умудрился срастить его с новой рукой и использовать их вместе. Даже чистая демоническая сила умеет ценить настоящее качество. Неро в форме демона. Раньше для призыва демонической силы Неро нужна была Ямато, а теперь он сам себе и швец, и чтец, и демон-купец. Вот оно и его истинная сила. Видимо, вернуть руку ему было мало, так что он отрастил за спиной два здоровых чудо в перьях и начинает думать, что у Неро какие-то заскуки насчет рук и силы. Нужно напомнить ему, что в этой форме он тоже может пользоваться бич-дьяволом. Никакая сила демонической хрень не сравнится с моим разработками. Ну, в принципе, да, смотрите. Все-таки у нас еще тут что-то подобавлялось. Нет, типа, прикольно. Классно, классно. А ну-ка, у Данте мы все смотрели. Давайте еще раз пройдемся по персам. А, оценку вы ждете, да? Ну, я думаю, Данте в форме. Если ты... Так, это читали? Данте в форме демона греха. Истинный облик Данте, когда он поглотил два меча, пробудивший его истинную силу. Долго он в таком виде продолжать не может. Но, блин, а смысл такую силу еще включать надолго? Она и так все разнесет. Когда к делу подключалась сила Спарды, сказалось несколько силен Данте. Просто нереально. Вполне возможно, что он даже превосходит самого Спарду. Я ставлю, в принципе, оценку 9... Нет, жестко, да? Давайте 9,5. 9,5, короче. Почему? Из-за... Хотя... Я вот не знаю, между 9, я думаю, и 9,5. Почему не 10? Из-за одних и тех же локаций. То есть, ну, не очень. Не очень.
Ви. Умирающий Ви. Наш приятель Ви сейчас не в лучшей физической форме. Похоже, он держится только за счет трех крох демонической силы, что в нем остались. Если они истякнут, ему будет трудно поддерживать человеческий облик. Ведь для нормальных людей или демонов это не проблема. Значит, у Ви есть какой-то тайны. И чтобы это не было, оно связано с его нынешним плачевным состоянием. Глифон. Тени, кошмар. Ника. Ника, Ника за работой. Ника в комбинезоне. Леди. 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 Триш. Раненая Триш. Триш. Моррисон. Просто Моррисон. Ну, в принципе, да. О, давайте иллюстрации еще у нас есть. То есть, ну это просто, знаете, как картиночки. О, так подожди, там разницы еще были в масках? Что я их не замечал. Птичка. Демоны. Так, оружие. Может, сейчас мы увидим оружие, которое мы и не видели? Вот это, да, мы не видели? Облик косы. Ямато мы еще не видели. Эбони и Эвери. Синяя роза, мы, кажется, тоже не... А, не, синяя роза была у этого Нера. Но это локация, да? И другое. Это превращенные люди. Цветки. Короче, да, я решил... за боссов. За ихние этапы. Короче. Этапы боссов. Сами боссы. Разновидность врагов. Что нам дали поиграть за трех играбельных персонажей, где Ви есть. Это новый персонаж вообще вселенной Devil May Cry, за которого можно поиграть. Музончик. Новый. Юмор был. Хотя, да, в принципе, касцены тоже прикольное видео. Интро я точно не забуду. Ну, как не интро, а это титры. Когда мы можем во время титров поиграть, да и нам еще и говорят что-то, рассказывают еще полноценный сюжет. Ну, то есть это 8, да? Какие еще качества? Ну, разновидности оружия, там их не этапы, мощь, прокачка, это тоже относится, у нас это 9. И просто за то, что мне понравилась игра, да, если бы не фрезы, была бы жопа, было бы быстрый геймплей, очень быстрый геймплей. Ну, вышло все-таки вот так, и... Ну, кто виноват? Плевать. Я ставлю, короче, игрухи 9... половиной, то есть 9,5, и все. Не дотянуло немного, конечно, игруля. Если были бы другие разновидности локаций, тогда да. А так, увы, только 9,5. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И встретимся в других частях серии игр Devil May Cry. У нас еще и в пути первая, вторая, третья, четвертая часть Devil May Cry. И просто ДМЦ. Поэтому как-то так. О, нихера себе, они вдвоем в машине. И просто в последующих прохождениях игр. Поэтому всем пока.